Компания SpaceX вовсю работает над созданием перспективного космического корабля Starship, который будет использован для колонизации Марса и быстрых перелетов в пределах земной атмосферы. Прототип корабля называется Стархопор, и его сборка ведется на территории частного космодрома компании в чикагской деревне Бока-Чика. Как оказалось, чтобы ускорить процесс разработки и тестирования, фотографией строящегося прототипа поделился один из пользователей форума на SpaceFlikt. Достоверность информации впоследствии подтвердил сам Илон Маск, в ответе на сообщение пользователя в Твиттере. По своей сути, прототип Стархопор является испытательным стендом для проверки работоспособности двигателей Репта. Один из первых тестов прошел в апреле. Видео можно посмотреть. Считается, что параллельная разработка сразу в двух местах сильно приблизит день, когда ракета будет готова к первому полету. Разумеется, это будет стоить больших денег, но в конечном итоге проект может быстро окупиться. Преимуществ у корабля Starship множество. Например, он сможет доставлять на орбиту сотни интернет-спутников Starlink, а не Fall Tow and Info, Thread CRISB, FAVS. На SpaceFlikt, прототип Стархопор, находящийся в Техасе, сделан из огромных стальных листов диаметром около 9 метров. Для обеспечения хорошей аэродинамики, компания также оснастила его обтекателем высотой 39 метров. Примечательно, что в январе он упал с корабля из-за ветра и повредился, после чего ему потребовался тщательный ремонт. Вполне возможно, что первый орбитальный полет корабля Starship состоится уже в конце 2020 года. Так, по крайней мере, говорил Илон Маск, он был уверен в этом на 60%, о чем упоминал. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.